Хочешь заключение, если не сложно, да? То есть мы отдельно это, как специально по вашим просьбам, я озвучил этот вопрос, и не зря у нас Андрей Михайлович здесь находится. Вот, поэтому мы этот вопрос в заключении, естественно, мы вам все расскажем, что именно происходит. Хорошо? Итак, одна из составляющих безопасности людей. Я на что хочу обратить внимание. Значит, ну, во-первых, за каждый риск, за каждый риск, да, на территории любого субъекта отвечает проявленное подразделение. Вот сейчас, значит, вопросов терроризма отвечает, как вы знаете, Федеральное управление безопасности. Вот. Это через Национальный антитеррористический комитет, ну и, соответственно, через территориальное подразделение Ростовской области. Значит, в части подразделений МЧС России и приданных оперативного управления подразделения МЧС России, значит, я уже говорил, то, что у нас ежедневно выступает группировка более 2000 человек и, соответственно, готовность техники более 600 единиц техники. Значит, в любое время, независимо от тех угроз, которые имеют место на территории Ростовской области, мы готовы до 1 минуты с места постоянной дислокации выйти и оказать помощь нашему населению, как силами МЧС России и Ростовской области, так и взаимодействующих подразделений единой государственной системы предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области. Спасибо. А кто отвечает за осмотр и за проверки общественного транспорта? Ну, я еще раз хочу обратить внимание, значит, территориальное подразделение МЧС России досмотр. Вы не подскажете? Я хочу.